Праздник под названием «Мы вместе» прошел в преддверии Дня защиты детей. Собравшихся гостей поприветствовали заместитель главы Наталья Волкова и председатель Думы Анатолий Бадель, председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Каня. От себя лично, от имени главы города, хочу всех поприветствовать в гостеприимном доме, уютном Артемовском. Хочу, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло очень здорово, весело, позитивно, чтобы все ушли с хорошим настроением, а наши дети из этого дома обрели новых друзей. Гости пожелали ребятам добра и счастья, ведь главный посыл праздника остается незыблемым. Каждый ребенок должен иметь семью. Наша задача, чтобы на одной площадке мы соединили детей, которые находятся в казенном учреждении, кандидатов в опекуны, которые готовы взять деток в семью, и приемных родителей, которые уже такой шаг сделали, их сердце открыто еще для пополнения своей семьи другими новыми членами. Семья Барановских – жители Находки. Семья для них – неотъемлемая часть общества не только на словах. Сегодня у них семеро детей – своих и приемных. В этом году Барановские стали победителями краевого конкурса «Семья года». Что хотели бы сказать? Чтобы люди не боялись брать детей. А на самом деле Бог дает ребенка, Бог дает и на ребенка. И все дети у нас абсолютно талантливые. Занимаются и музыкой, и бальными танцами, и мотокроссом. И я хотела бы людям сказать, все дети абсолютно отзываются на любовь, которую мы им даем. И чтобы люди абсолютно не боялись этого, потому что это самое лучшее, что может быть на свете, это дети. Ребята подготовили для гостей большой праздничный концерт и программу. В этот день звучали песни, стихи, проходили веселые конкурсы, игровая программа. И, конечно, не обошлось без подарков. Над широкой рекой гнется радуга тугой, и от радуги дуги льются по любу круги, будто молятся с собой. Прыгай только, да беги, красный, синий, голубой, выбирай себе любой. Луиза Сысоева, Анастасия Ступникова, Иван Петров, Светлана Нурик, городские новости.